Привет, друзья! С вами Зверько, и это обзор на нового персонажа Урануса. Давно я не радовался таким танкам. Мне нравятся персонажи, чьи навыки дополняют друг друга. Уранус же полностью этому соответствует, а также роли танка. Его довольно тяжело убить, а в замесе он составляет серьезную проблему. Давайте взглянем на навыки. Пассивный навык. Уранус, получая урон, активирует свою регенерацию. Чем больше попаданий, наносящих урон, тем больше стаков регенерации. Благодаря этой пассивке можно не возвращаться на базу за ХП. Регенерация действует 8 секунд, стаков до 20. Первый навык. Уранус запускает два диска вокруг себя. Каждый диск повреждает противника по разу, нанося магический урон. Но главное, герои, получившие урон, получают ослабление на 15% к физической и магической атаке, а также замедляются на 40%. Дебаф действует 2 секунды. Кроме того, каждый стак на регенерацию увеличивает урон этой способности. Второй навык. Уранус генерирует щит вокруг себя на 4 секунды, который поглощает урон. Щит дает иммунитет к замедлению, что в реалиях нашей игры это очень важно, и ускоряет перемещение Урануса на 30%. Кроме того, цели, получившие эффект контроля, получают магический урон, а также все в радиусе навыка под конец действия щита. Щитом себя ускоряем, навыком первым замедляем и ослабляем. Плюс беспрестанно хилимся, ну не чудо ли? Более того, ульта. Уранус задерживает вражеского героя, нанося магический урон, накапливает заранее 6 стаков регенерации и запускает себя в этого героя, опять нанося урон. Стан, сокращение дистанции и увеличение регенерации за один навык. Самое клевое, знаете что? Этот навык контрит Фанни, прерывая полет. С удовольствием поиграл им в рейте, но думаю, регенерация не будет такой дикой на стартовых уровнях. Я специально не отступал до последнего, чтобы посмотреть время, сколько держится Уранус в бою. Скорее всего, регенерацию сделают растущей, но в совокупности с ботинками регенерации и Оракулом, божественное вдохновение, и его очень сложно убить в лейтгейме. Ставьте лапки и подписывайтесь на канал, потому что следующее видео будет о реворке Вексаны. Всем пока!